завершается. Категория 261. Только по-английски. Только по-английски. Шибаев Роман, Углич, Самаркин Виктор, Ульянов. Готовится. Категория 270 единиц. Это уже второй раз. Сергей Москва. Шибаев Самаркин. Иванов Константин, Владивосток. Это супер поединок. Супер. Осудит их Максим Сючков. Боковые судьи, давайте поставим то, чтобы все без, не без внимания остались. Возвращайся за кофту. Денис Сивопляс, Ника Попава, Тимур Петрушевский и Евгений. Ника, пожалуйста, смотри за Ником. Да, отец да, великого нашего чемпиона категории 230, Владимир Мирошников. Володю видел, спросил, естественно, говорит, он очень воспитанный молодой человек. Говорит, Дмитрий, вы говорит, не поверите, сколько раз я сегодня уже ответил на вопрос, почему я не здесь. А я думаю, каждый, кто здесь в этом зале, ну так что, ну ты будешь... А я еще, глядя в сетку, смотрю, где Мирошников. Пока. Но надеюсь, что вот эта пауза, она не перейдет в гиперпаузу, чтобы он не застоялся, потому что спортсмен... Спортсмен коэффициент 230, стоять не может. Он должен всегда работать, он должен всегда выступать. Иначе ты уйдешь из этой системы, и тебе будет тяжело на таком уровне. Ребята все растут, ребята развиваются. Тактику, технические, тактические свои действия повышают. На тебя готовятся в том числе. На тебя готовятся, а ты, если как бы ну не в обойме, тебе тяжело туда войти. И вот я думаю, почему и Адам Калиев вернул. Не то, что вернулся, он куда не уходил. Для того, чтобы быть всегда в обойме. Чтобы не терять этот соревновательный дух, чтобы не терять этот ажиотаж, накал, а самое главное, понимание боя поединка. Как я Юрия Владимировича спросил, Юрия, как вот тебе удается протяжение? Вот я говорю, у меня, честно, я говорю, мне сил уже нет, ничего, я могу, тренируюсь там часто, но вот Сэн, наверное, говорит, на аттестацию там Сэна нет, потому что, говорю, ну как-то нет уже тех эмоций. Ты знаешь, что это золотая фраза, говорит, а ты попробуй. Юра молодец. Да, это гениально так задумался, а ты попробуй. Возьми, попробуй. То есть лучше много говорить, но лучше делать. Левый прямой. Точно. Четко в подбородок. Еще так же проходит. Двигаются спортсмены. Постоянно. Себя чувствует такого льготника, потому что он уже выиграл, он уже был в лидерах, он уже делал, по-моему, прием, закончил тот турнир. Вытяни правую руку, вытяни правую руку, подлавливай. Да. Вот здесь, наверное, Самаркин что-то предпринимать то, что чего не ожидает сам Шибаев. Два шага делать не мой, заходи. Полностью активность была за Шибаем, полностью, вся активность, и так же, вот так, попал, здесь попал, это отрезок за ним, осталось 20 секунд, есть, и... Вперед зажагивай, вперед зажагни! И... Здесь секунды конца первого времени, второй будет автоматом. Захватит 10 секунд, все есть возможность. Заправляем чин, заправляемся. Можно снять. Мне интересно услышать слова Романа Михайловича по окончанию турнира. Как он каждый раз говорит, что с каждым турниром все круче и круче, что супер. Мне интересно посмотреть, что он скажет, потому что вот реально, на мой взгляд, не знаю, ваш зрительский взгляд, на тех людей, которые все время ждают, приезжают, дети занимаются, что это лучше, чем от России за всю историю. А, ну как обычно. Хотим развиваться? Ну да. Завтра будет здесь лучше, чем вообще. Ну, это же самое главное, что есть прогресс. Смотрю, Денис Николаевич, я смотрю прежде всего по двум критериям.
первое, потому ну, сколько новых имен есть. Вот. Второй критерий – это количество зрителей на трибунах. Потому что первые чемпионаты, которые здесь проводились, с точки зрения зрителей на трибунах, оно было ну, куда есть и сочувствующим, назовем это так. Да? А вот сейчас уже… А, да, сейчас уже те, кто приходит, приходит посмотреть, приходит с детьми. Это огромный... Азеракова, ты! Ку! Первое дополнительное, посмотрим, что там будет. Да, пока 1-0, к слову сказать, ведет Самаркин. Так что Самаркин ведет. Ну, да. Смотрите, от того. Можно бегать, и мяч не забить в ворот. Ну, такой за боковой, за мощным посмотрим. Надо уже. Отыгрываем. Мы его чуть-чуть подтолкнули. Давай, Рома, давай. Рома драл. Давай, отправляй. Давай, сама. Что-то нам нужно. Нам нужно какой-то взрыв. Все уже так же. Ох, провалился. Представляете, как им надо сейчас себя в какой кондиции, чтобы добыть мира. Стильного прямого опять прямого. А вот это вот его. Хорош. Это вот такая визитная карточка. Виктор молодец. Виктор, он принял очень острый удар, очень хороший там. Видите, с ножки пошли, он чуть присел. Чуть-чуть как бы так. Напрягся. Очень-очень круто. Видите, двигается. И уже опять рядышком 2-2. Шибаев, что он сейчас время, да, проблема здесь. У него юка. Да. Юка, здесь преимущество. У нас еще есть целая минута, чтобы ребята показали, кто поедет на Кубок мира, кто будет первым на отборе на Кубок мира. Работа, работа, работа! Хорошо, пока у нас такая маленькая пауза, надеюсь, я расскажу, что мы сделали с проектом, чтобы свои игрока, большой фестиваль. Да, масштаб фестиваля растет, география расширяется, расправляется, так что с Божьей помощью мы не осилили. Ребята, огромное спасибо всегда. Потому что помогает, участвует, это не безразлично. Надо сейчас вперед, уже. 10 секунд. Виктор, рисковать надо. 9, или ты сейчас рискнешь, или второй. 8, 7, 6, 5, 4. И за... И на том поприему. Сюда. Все. Время. Хорош. И поздравляем. Уже сейчас понятно. 2-2. Все, правда. 2-2. Виктор. Виктор. Без контри. Максим ну, запрашивал Анатолия Филиппова. Ну, там и вице-президент федерации Владимир. Там все, да. Потому что лучше переспросить, чтобы не потом... Не выглядеть. Ну, не то, что не выглядеть, а чтобы ну, правильное решение принять. То, что очень много людей смотрят, очень много людей переживают. Ну, давайте сейчас Юка и поздравляем. Ярославль, поздравляем. Дмитрия Гермидова. Ярославль, Рому, прежде всего, да. Победу одержал Шибаев Роман, город Самарский, Ярославль, потому что это тренируется Ярославль, потому что сборная центральная, и, конечно, очень.